Доброго дня. Продолжаем нашу садовую историю. Это молодила паутинистая рубрум. К сожалению, сохранился только один экземпляр. Ждем его размножения. Цветет иберис вечно зеленым, сорт Appian Eds. Рядом ива карликовая. Вот. Кустарничек такой тут, к сожалению, в сорняках. Надо удалять корнеудалителем одуванчик. Мелкие цветочки пупочника в траве. Цветет медуница мисс Элли сорт. Ярко-синие цветочки, ну, небольшие. Рядом адонис альпис, этот амурский, извините. Он пока не цветет, это его листья такие. Гиацинт Карнеги, белый, знаменитый. Вот он. У меня тут брошенный, посаженный в свое время. Я про него, к сожалению, забыла. Это вот тоже еще одни тюльпаны. Бахромчатые, не помню название тоже. Как-то они тут растут сами по себе, обживают. Рябчик белый шахматный. Черемуха цветет кларака. Ароматная и очень нежный цвет. Смотрите, цветочков. Она вымахла уже где-то порядка, ну не знаю, 4 метра точно есть. С половиной. Готовится цвести аквилегия министер. Карликовая, невысокая, где-то сантиметров 15 высоты. Молодила известняковая миссис Джузеппе. Да, такое название интересное. Это нарцисс цветет Маргарита. Он крупно-ширококорончатый и розовый венчик. По краешку должна была быть каемочка беленькая, но к сожалению, она как-то нечетко просматривается у него. Сорт очень такой изысканный, ароматный. Назван название в честь моей мамы, Маргарита. К сожалению, мамы уже нет с 18 года. И завершает наше видео на сегодня вот такая вот горяночка. Светло-желтая, с желтым венчиком. Посажена она давно, больше 10 лет, наверное, уже сидит. Вот такие у нее листья, красивые, декоративные. Всем пока-пока, хорошего дня. С Пасхой, всем здоровья, добра, мира. Всего доброго. До скорых встреч!